Доброе всем утро. Слышу, там около парикмахерской бабушки уже разговаривают. Ждут меня, ожидают. Время без 10. Сейчас Чарли тут кружочек дадим. И пойдем работку работать. Я сделаю вид, как типа иду, ничего не вижу, ничего не слышу. Они рано очень приходят. Могут без 20 прийти, 10, без 9:30. Им дома делать нечего. Даже не в этом дело. У них служба заканчивается в 9:30. И вот они ко мне идут все после. А там машина какая-то стоит. Тоже моя клиентка. Это она с машиной с кем-то разговаривает. Оля! Ой! Ахуа! Я уже дома. В общем, обжариваю чесночок. Приготовила сосиски. Как только чесночок немного обжарится, добавлю сосиски обжариваться, чтобы вкус, так скажем, отдали. Чтобы чеснок надо не пережарить. Так уже порозовел, скажем так. Теперь добавляю сосисочки мои. Раз поставлю в шкаф, чтобы потом потерять. Я так много раз искала, думаю, где же камера? Она у меня в шкафу стоит. Прохлаждается. Вот, сейчас немного обжарю сосиски. И добавлю вот эту вот траву. Что за трава, не знаю. В комментариях поступило такое предположение, что это типа, может быть, ботва от свеклы. Я не знаю. Надо порыться получше в переводчике. Ничего не могу сказать. Что это такое? Ничего на свете лучше нет. Вот так. Вот такая еда будет. И нут. Я его сейчас в воду солью. Смотрите, как он прям желе. Чарли сосиски учувствовал. И хочет сосиски. Но когда в готовом результате будет, тогда ему дам. Здесь как раз его порция есть. Вот, сосисочки уже немного подрумянились. Можно добавлять травку, муравку. Прям вот такую. Травушки, рыбушки, рыбушки. Я ее сварила в этом подсоленой воде, поэтому она нормально. Вот, а тем временем нут надо воду слить. Можно промыть, но я не буду промывать. Раздеребериниваем вот эту вот травку, чтобы она смешалась со сосисками. И чуть-чуть поджарила. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Ой, суп поставлю варить. Суп же у меня еще есть. Сварю рисовый. Вернее, у меня бульон есть, а суп-то нет. Бульончик. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Что-то я забыла про него. Бульончик. Рис брошу. И будет такой у меня. Вообще очень удобные эти бульоны. У нас продаются они в готовом виде. В магазине прям жидкие. Вот. Но я люблю сама делать. Конечно, свой же намного вкуснее. Тут, да, знаешь, что ты туда напихал. Что у тебя там и как. Тем более готовить его быстро. Ну как быстро? Не быстро, 2-3 часа он варится, но особого присутствия моего там не требуется. Так, это пока пускай туда. А фасоль, конечно, будет сложно туда захерашить, но мы попробуем. Нет, надо чем-то помочь. Можно вот эту ботву на шпинат заменить спокойно. В принципе, я всегда с шпинатом и делаю вот такой вот блюдо, скажем так. Сосиски можно и не добавлять, но что-то я по мясу соскучилась. И это очень быстро и просто. Ну вот, все уже смешалось, вкусы. Я могу уже добавлять нут. Нут я все-таки промыла. И все, теперь немного обжариваем прям. Малеха.
смотрим на соль. Можно специи добавить, какие вы любите. Я, может, какие-нибудь и добавлю. Хотя здесь есть чеснок, поэтому как бы в специях он особо-то и не нуждается. Все это перемешать и немного, минут 5 вот так вот потушить, обжать. Можно добавить томатную пасту. Но я ничего не буду добавлять. Будет в таком, как соус. Ням-ням. Ну все, блюдо готово. Супчик, кстати, тоже почти готов. И рулетики, куда же без них? Как селедку под шубой. 2 недели ела, так и рулетики буду есть. А на десерт у меня будет вот такой вот йогурт. Кстати, с Лидл очень вкусный, с грушей. И я туда добавила семена чии. Сейчас я все это перемешаю. И пока буду есть, у меня такой будет чии набухнут. И будет такой пудинг очень вкусный. Изгаляюсь как могу, в общем. Ой, не могу. Но вкусно. Мне нравятся семена чии. Поэтому... И вот этот йогурт тоже вкусный. Я не особо любитель йогуртов, но говорят полезные. Будем верить и тешить себя надеждой, что это так. Собрала сумку уже. Что-то не фокусируется. Чарли наверху загорал, не знаю, спустился, наверное. Дома холодно. Ну, относительно холодно, чем на улице. Я вам вчера показывала, как у нас... На улице 22, да, спускается. Он любитель позагорать. Сейчас особенно не стреляют уже. Праздники прошли, и он частенько пошел. Да, да, я с камерой. Иди целоваться скорее, ты же любишь. Вот. Ты же любишь целоваться, когда я камеру беру. Да, да, вот. Правильно, правильно. А то как это? У тебя же рефлекс такой. Камера в руки, надо идти целоваться. И вот смотрю сериал, мне тут осталось буквально минут 15, и пойду на работу. И вот смотрю вот на это безобразие, ну то есть это не безобразие, это красиво. Ёлочки, да? Но надо это все разбирать. А почему так неохота? Почему неохота? Вот если как-то украшать, то такой интуза... Как это вот? Интузия... Интуази... Интузия... Инту... Интуазим... Интузия... Энтузиазизм... Интуазизм. В общем, вы поняли это слово. И слово такое сложное. В общем, такая энергия, такая вот прям вот охота, хочется украшать. Но когда разбирать все это, то нет никакого абсолютно желания. Убирать вот эту елку, она еще так сыпется, что вообще капец. Надо ее в пакет какой-то, да, положить. Смотрите, как она сыпется. Ее никто тут не трогает. Это тоже осыпается там своими листами. Это что такое? Как букашки какие-то. Но это тоже от цветов. В общем, да. Гирлянды надо убрать. Тут убирать-то 2 секунды. Но это так неохота. И самое интересное, что у меня у одной вот эти вот Дед Морозы. Больше ни у кого нету. А у меня есть. И становится уже как-то как на улице тепло вообще. Надо окно открыть, чтобы пускай это тепло будет. Вообще ни у кого нет, видите, Дед Мороз уже все залезли, все слезли. У нас такая классная погода вообще. И вот у меня один Дед Мороз. Надо его как-то снять. Не знаю, может быть, в воскресенье сниму. Или в понедельник? Нет, в понедельник у меня шопинг. Да. Но с утра, конечно, другие планы, а вот в 2 мы выезжаем. Кстати, немного о погоде. Сейчас вам все расскажу. Вот, 23 на улице, 17 дома. Даже влажность 69. Даже влажность больше, чем на улице. Да, вот такая вот зима испанская. Так вот. И живем. Ну ничего, нормально. Так на работу неохота. Особенно после обеда. А надо. Клиентки есть. У нас там одна парикмахерская закрылась, в общем. У девочки, которая ее, ну, хозяйки, у нее что-то там с рукой. И она операцию делала. Вот. И закрылась временно. И вот эти клиентки, они ко мне перешли. Может быть, несколько останутся.
Вот в этом и проблема парикмахеров, как если вот, ну, которые работают на себя. Заболеешь, потом уйдут клиенты, их можно потерять насовсем. Потому что всегда найдется кто-то, кто лучше тебя. Незаменимых нет. Поэтому не надо, некоторые люди просто себя мнят какими-то там не с этой земли. Незаменимых людей нет. Всегда есть кто-то, кто тебя заменит. Я знаю об этом. И в общем, я не пуп земли. Вот соседка вышла. Уходим, уходим. Смываемся, а то она нас сейчас увидит. И что же будет? А ничего не будет. Да, Чарли? Скажи, ты куда там ушла, мам? Я тут играю, играю. Ты куда-то ушла? На. У нас тут телевизор, короче, что-то с этими, с кабелем, с этим, что-то делают, что-то там ремонтируют. И, в общем, не, пару каналов куда-то пропали. Первый канал, какой-то еще канал. И надо было телевизор, ну, заново, чтобы поиск произошел каналов. А так как у нас пульт-то не от телевизора, пульт от телевизора сломался, и вот это вот самый дешевый пульт, потому что он постоянно ломается, у мужа он постоянно падает, и я покупаю уже просто обычный пульт, самый дешевый. Но там нет половины кнопок. Вот, и без первого канала я как бы телек не смотрю. Думаю, вот, каналов нету. Вот, но я-то в этом шарю. Я подошла, и там у телевизора есть такие кнопочки разные, там тоже всего 5 кнопок. Ну, я так подумала, думаю, не может быть, чтобы вот прям без пульта ничего нельзя было сделать, как бы заново начать поиск. Я его сделала. И сейчас я ему отсылаю смс-ку, типа, все у нас есть, все в ажуре. Кстати, он неделю ныл о том, что половины каналов нету. А мне просто неохота было как-то это вот этим заниматься. Я такая ленивая вообще. Лодырь. Чарли, а что ты там делаешь? Он любитель у меня, знаете, лапы свои полизать, смотрите. Зализывает. Чистюля. Ты чистюля? На, беги. Ладно, пошла я собираться и идти работу работать. Смотрите, как пальмы сажают. Вот так вот их выращивают. И вот так потом целыми продают. Видите? Они, кстати, это не дешевое удовольствие. Я уже оттарабанила. Сейчас заеду в Лидл. Хочу на завтра приготовить чечевичный суп. У меня уже прям распланировалось все. Но оказалось, что чечевицы-то у меня нифига и нету. Вот сейчас хочу в Лидл заехать. А еще очень хочу макарон по-флотски. Пока сижу, думаю. И говорю, поеду тогда и фарш заодно куплю. Мне еще хлеб нужен для утра. Вот, купить такое для, ну, для тостов. И, в общем, вот так вот. Все смещу, совмещу, скажем так. Быстренько. Времени, конечно, у меня поджимает. Мне сейчас уже в спортзал нужно через полчаса буквально выходить. А я еще даже до дома не доехала. Пипец, у нас еще газ закончился. Но я-то в душ хожу в этом спортзале. Ой, блин. Но надо купить. У меня, кстати, баллон-то пустой, в машине стоит сзади. Но я сегодня днем совершенно про него забыла. Забыла. Вот из головы вылезла и все. И вот, а сейчас не знаю. Вот там есть заправка рядом с этим, с Лидлом. Кстати, Чарли сидит. Это очень опасно и противозаконно. Но я забыла его пристегнуть, и он сюда пришел, сел. В общем, да, посмотрю сейчас, продается ли на этой заправке газ. Если что, то там куплю. А если нет, то до завтра. А что делать? У меня не будет времени. Уже его вот опять обратно пальму повезли. Ладно, поехала. Тут всегда вот тут у нас пробка дурацкая. Можно простоять все это время, которое мне дано на покупку хлеба, могу простоять в пробке. Ну, вроде бы ничего, нормально так. У нас просто здесь всякие магазины понастроили. А мне нужно туда вот. Не, нормально. Нету особых пробок.
Времени у меня еще целых 10 минут, представляете? Так что я переодеваюсь. И бегу-бегу в спортзал. Купила все, успела, все купила. И газ. Правда, чечевицы не оказалось в Лидере почему-то. Так что суп чечевичный на завтра откладывается. Зато купила фарш. Будут макароны по-флотски. Я их давно хотела. В общем, да, переодеваюсь. Что-то дома такой дубак. Прям вообще на улице такая жара. Вы знаете, прям тепло-тепло. Кстати, посмотрю. Интересно даже, сколько же там градусов. Прям вообще даже не ожидаем. А тут прям свежестью пахнет. О, блин. О, видали? 15,6 на улице, 15,9 дома. Сейчас срочно включу обогреватель. Срочно включаю обогреватель. Что это за дубак? Прям заходишь, прям морозная свежесть такая дома. А на улице прям хорошо, ветерок такой теплый, странно. Не, хотя нет, ничего странного в испанской земле. Зиме. Так оно и бывает. На улицу выходим греться. Да. Просто за день не успевает квартира нагреться. И вот так. Но в этой квартире намного теплее, чем в той. Той вообще, там такие окна были. Ну, это вообще. Ладно, нечего болтать. Пошла я переодеваться. Откуда же она будет, морозная свежесть? Конечно, будет. У меня все открыто нахрен. Вот и погода почти такая же, как на улице. Ой, блин, думаю, что-то как-то это... Свежую, прям пахнет свежестью. Гляжу, шторы колышутся. У меня все открыто. На завтра себе залила овсянку кефиром. Гречку можно, а овсянку что нельзя, тоже завозила. На завтра будет у меня вот такая каша. А это на сегодня. Имбирь, рейбуш, лимон, стевия. В общем, все дела. Сегодня, знаете, смеялась, так такую картину наблюдала. В общем, я же сегодня этот покупала газ, да, на заправке. И там как раз парень такой, газ всегда продается на улице. Ну, я машину остановила, вот там такой вот, как клетка такая, и вот он там стоит, этот газ. И парень подошел, я говорю, мне одну бутылку. Открыл ему багажник, он говорит, платить надо в это, ну, там, внутри. Ну, я пошла платить, а Чарли же в машине, а он же у меня любит сзади спать, вы видели, да, много раз. Он туда залазит спокойно, то есть, ну, он так погавкал, я ему сказала, когда открывал багажник, он так посмотрел, я говорю, иди отсюда, он ушел. Вот, потом багажник открытым, парень там достать бутылку пустую, положить полную. Я пошла платить, потом стою у кассы, там как очередь из двух человек была, стою такая, стою, думаю, блин. А вдруг Чарли мой убежит, багажник как-то открыт, он там залазит сверху, думаю, вдруг выбежит куда-нибудь, а там магазины, машины, дороги, в общем. Думаю, сейчас пойду это, закрою багажник. Вот, выхожу и вижу такую картину. Парень, значит, с этой бутылкой, с полной уже, стоит такой вот напротив багажника. Чарли этот наверху такой стоит, ну, где он обычно загорает, и на него гавкает. И парень такой стоит, на него смотрит. А Чарли там надрывается, защищает свою машину. А я такая подхожу, говорю, он так на меня смотрит, он говорит, мне не дает ничего сделать. Говорю, ой, говорю, я так и поняла, говорю, сейчас я его уберу. А вот парень такой говорит, он меня сожрет. Я говорю, вот, говорю, маленький, но удаленький. Он говорит, это точно. Ой, мне так смешно стало. Я, значит, выхожу, парень с этой бутылкой, она что-то килограмм 16, наверное, весит. Около моего багажника, и Чарли на это сверху такой там на него. Ой, такая картина маслом. Я так ржала потом, я так на него говорю, Чарли, да почему не даешь, типа, это? Я говорю, сейчас он убежит, а он там охраняет мне вовсю. Ой, такой и смех, и грех. Мне так парня стало жалко. Он говорит, он меня, говорит, съесть хотел. Ой, блин. Ну так, с юмором, ничего, не разозлился, ничего. 12,75 на заправке стоит газ. Бутылка. Я, кстати, не помню, сколько она вот в другом месте. Наверное, так же стоит, в общем.
Мне кажется, недорого, потому что у нас доходила бутылка газа до 15 евро, представляете? Дорого очень. Но так как я сейчас купаюсь почти всегда, ну, кроме субботы, воскресенья, в этом, в спортзале, я только трачу на посуду. Ну, я сейчас посуду почти не мою, по секрету вам сказала. Это не моя обязанность. Я ненавижу мыть посуду. Вот все, что угодно по дому, я посуду просто ненавижу мыть. Но люблю готовить. Поэтому я так потихонечку скинула эту обязанность на мужа. Пускай он ее моет. Вот такие вот у нас дела. Купила сегодня хурму. Другой сорт какой-то. Она, видите, вот такая вот какая-то. Вот, не знаю, видели ли. Попробовать. Это вот такая вот, какая-то вытянутая, это персимон называется. А это вот такая приплюснутая. Не знаю, что это за сорт, но попробую. Бананчики, бананы ем, когда с работы прихожу. Очень голодная. И начинаю готовить, и вот съедаю один банан. Один, совсем один. Сегодня два. Два съела. Но они потому что уже спелые, если их не слопать, то они уже на выброс. Вот такие вот у нас дела. Завтра суббота и понедельник. Даже понедельник. Завтра работа предстоит. Мне завтра клиентка придет пораньше. Я ей сказала, чтобы она пришла пораньше. Ей надо быстро. Так что я завтра с утречка пораньше поеду на работу. Это хорошо. Так что всего вам самого лучшего. Приятных вам выходных. Уже, наверное, в России-то выходные закончились. Там, по-моему, 10 дней, что ли, или еще как-то. Вот, все самого наилучшего. И замечательно провести эти выходные. Я видела в России, по-моему, в Москве снежок выпал. Зашибись, класс. Всего самого наилучшего, всем пока-пока.